тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В скором времени эти люди замечают, что их тянет жить или просто подолгу находиться в домах или квартирах с номерами числа 4. Например, 4, 31, 13, 40, 121 и тому подобное, где происходят знаковые встречи и знакомства, которые, как правило, больше связаны с духовной стороной, нежели с материальной. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. У этого человека светлый ум, и они полны оригинальных идей. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. И это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.